сегодня направлен запрос в Роспотребнадзор города Бийска по согласованию применения раствора для обработки этого дезинфицирующего средства. Ну, возможно, это будет какой-то хлорный раствор. И первоначально мы будем общественной территории обрабатывать и остановки. Кстати, как нас заверили восточном дорожнике, уборка автобусных остановок в городе продолжается. Там же сообщили, что работа дорожных служб проходит по графику для всех категорий сотрудников при условии соблюдения противовирусных мер. Выданы маски, выданы перчатки, средства дезинфицирующие, да, средства выданы. Соответственно, даны разъяснения относительно поведения, то есть каким образом они должны действовать в сложившейся ситуации, да, в том числе соблюдать какие-то ограничения в части нахождения по группам, да, то есть, допустим, чтобы не было таких скоплений, да, которые повлияли бы на распространение заболевания. Дорожные службы сегодня в рамках муниципального контракта обслуживают и содержат территории города общественные места, это скверы, парки. Также подрядная организация в рамках муниципального контракта выполняет все мероприятия. Что касается планов на текущий дорожный ремонт, то, как выяснилось, согласно контрактов, заключенных между администрацией и дорожными предприятиями, текущий ремонт дорог начнется только в мае, пока же идет обслуживание. Мы на сегодняшний день работаем в летнем периоде уже, согласно распоряжению администрации о переходе, то есть с апреля месяца. Производится работа у нас по механизированной уборке проезжих частей, ну то есть полиуборочные машины. Они преимущественно работают, стараемся работать в вечернее время. И еще одна немаловажная информация. Теперь дорожники не будут убирать мусор с оттаявших газонов, так как этот вид работы исключен из муниципальных контрактов.